Решил снять на телефон, не стал записывать с экрана. Все быстренько покажу. Чтобы подключить аппаратуру, нужно, чтобы здесь появилась надпись этой аппаратуры, чтобы нажать свойства. А этого ничего нету. Берем диспетчер устройств. Находим вот эту вот штуку. Короче, нужно откатить драйвера. Вот драйвера откатить. А, предыдущая версия. Так, короче. Да. Закрыть. Так. Возвращаемся. Вот. Теперь видите, появилось свойство. Извиняюсь, что столько экранов. И теперь самый главный вопрос. Почему у меня на аппаратуре так крестик видно, когда ведешь вниз, он вверх? Я вот с этим не могу справиться. Я второй раз уже все сбрасываю. Так все нормально. Работает. Но, блин, мне не поиграть, короче. Если кто решил эту проблему, дайте знать. Короче, из-за того, что у меня все наоборот на компе, не поиграть. Но я нашел выход из этого. Видите, я стик вверх, а он вниз. Берете вот это вот и нажимаете сюда. Теперь оп, и летаем.